Мы видели ваше выступление, и оно было, мне кажется, очень чистым, достойным. Скажите, вы сами довольны прокатом? Ну, не совсем. Были по марке, каскад небольшая. Тем не менее, по технике вы получили самые большие баллы из всех откатавшихся уже девушек. Даже несмотря на помарки. Значит, я выступил в прокате. Уже могу выступать более на этом уровне. Это первый чемпионат России. Есть ли какое-то волнение сегодня? Вот такой серьезный взрослый Нет. старт? Нет, волнение как нового не было, потому что самое большое переживание, которое я когда-либо чувствую, это, наверное, было в финале гран-при, потому что это прям самый первый мой старт. Сейчас я уже была подготовлена, бывшая, поэтому уже практически вообще не могу выступить. Какая-то турнирная задача стоит на чемпионат России, то есть выступить? Просто чисто отгадать историю. Подготовка была серьезная к этому старту, много, наверное, накатывали программы. Я читала в интервью, что катаетесь целиком, и если что-то не получается во время проката, то заново. Действительно так? Ну, конечно. Маленькая даже марочка, она всегда сказывается на оценке. Даже если ты выходишь и дорожки немного не то сделал, то это уже техническая вторая оценка. Все начинают снижаться, и поэтому будет отчет, начинаем сначала. Мне кажется, это очень такой действенный метод для приобретения опыта и чтобы на соревнованиях все было как на тренировке. Да, потому что на тренировке мы попадаем два, иногда даже по три раза бывает. А на соревнованиях ты уходишь, катаешь эту программу, просто как будто приехал на отдых. А по конкуренции сегодня чувствовалось? Сильно очень сильнее. Всегда чувствуется. Но я уже сказала, привыкшая была. Большая молодец. Тогда поздравляем Спасибо. С хорошим прокатом. Желаем удачи в произвольной программе.